Эти жилищники – штатные сотрудники Министерства обороны России. Проводят планово-предупредительный ремонт в котельной, которая работает в одной из воинских частей. Заменяют редуктор на запорной арматуре. По сути, военные уже сейчас начинают готовиться к следующей зиме. Сегодня, не дожидаясь окончания отопительного сезона, мы уже начинаем планово-предупредительные ремонты. Ремонты собственными силами, в частности, по этому объекту на тепломерном оборудовании. Планируем уже комплекс мероприятий по техническому обслуживанию на летний период времени. Котельная хоть и небольшая, но обслуживает 11 ведомственных зданий и 8 гражданских домов. Этой зимой даже в самые лютые морозы не было ни единого сбоя в подаче тепла. Впрочем, это касается всей инфраструктуры Министерства обороны в Москве и Подмосковье. Специалисты филиала ЦЖКУ по Москве и области заблаговременно готовили и проверяли инженерные сети, насосное оборудование, электросиловые шкафы. Данные виды мероприятий в комплексе с полным техническим обслуживанием позволили нам пройти самые пиковые морозы в отопительном сезоне без каких-либо аварий или технологических нарушений. Сотрудники филиала ЦЖКУ Минобороны России по Москве и Подмосковью отвечают за 3000 объектов казарменно-жилищного фонда и 380 коммунальных сооружений. Главная задача, чтобы солдаты и офицеры не остались без тепла. И в этом сезоне она выполнена. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».